Попробуй. Не улыбнуться. Да, ребят, это самое забавное, что вы когда-либо видели. Да смотрите, до самого конца просто потеха из потех. Поднимите настроение в эти тяжелые будние дни. Какими-то моментами этот парень напоминает меня в некоторых ситуациях. Ну ладно, вы все увидите. Вот, счастливо, ребята. Спасибо огромное, что меня смотрите. Счастья, ребят, вам здоровья. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, чтобы ничего не пропускать. И поехали, посмотрим на это недоразумение. Добро пожаловать, дамы и господа, в наисмешнейшее, наизабавнейшее видео, которое вы когда-либо видели. Все происходит у нас на пляже. Такой маленький нарисованный парень что-то делает, строит куличики. Ну, как обычный ребенок, как вы понимаете, на море. А где песок? О, получилось, классно. А тут... Ясно, ясно. Он расстроился, он с таким желанием хотел построить... Песочный замок, я помню, меня в детстве, кстати, учили строить песочный замок, я повторил, это было классно, сейчас я, конечно, уже не помню. До ночи это делает, целую ночь, наверное, он уже расстроился и начал плакать, конечно, да, все падает, все не так, все не получается, он хочет добиться своей цели, но не получается. Песочный замок. Для него это невозможно. Пришел какой-то краб. Чё? Он его укусил, братан! Зачем ты пальцы суешь? Зачем ты пальцы суешь туда, куда не надо? Взял, он чуть-чуть заморозился, что ли? Да ладно! Может... Да ладно! Он стал мощным крабом. И я так понимаю, сейчас мстя его будет велика. Будет мстить всем тем, кто строит песочные замки. На! Получай. Ты когда... Мультиматичка поставила двойку. Он все начал крушить. Это ты, когда пришел домой, пытаешься раздеться, но мама сказала пойти в магаз. И когда она тебя не видит, ты начинаешь бить дверь. Там все очень забавно. Чё? Он вернулся обратно? Потрясающе. Он разрушил домик девочки и поплатился, наверное, за это. Он построил заново дом. Он что ли научился? Но нет, у него опять все идет не так. Начинает рушиться. Сейчас, наверное, солнце зайдет, и он превратится в этого краба. Как тогда, ночью. И опять разрушит этот замок. Оба-на. Ранка снова начинает появляться. Что? Он превратился в девочку? Это как? Вроде она его не трогала, или я что-то пропустил. Ну да ладно, хорошо. Этот парень у нас идет на работу. Да. На учебу бежит. А тут автобус. Надеюсь, успею, братан. Я иногда опаздываю на один и тот же автобус в одно и то же время. Он все время передо мной убегает, уезжает. Давай, братан! Давай! Быстрей! Такой радостный. Не, ну чё ты стал-то? Сразу бы запрыгнул. Водила вообще. Водила, привет. Вообще смеется над ним. Ему очень обидно. Так, братан, ты до учебы своей доедешь.
Водила забавный получился. Но я так понимаю, сейчас он будет... закатал свои тоненькие ручонки. Будет его догонять и... сейчас с ним справиться. Но самое интересное, вот... зачем все герои бегут прямо вот и по самой главной дороге, где машины, допустим, да, как здесь? Это непонятно. Но в то же время очень забавно. Сколько он бежит по автобусу, ребят? Вроде он коротко, а все равно бежит. Смотрите, смотрите, смотрите. Это самые забавные моменты, которые всегда вызывали недоумение. Он сейчас прилетит, наверное, на мост, да? Нет? Опа! А ты кашите вы прямо туда. Оба-на! Это его остановочка? А-а-а-а! Уехал туда, куда не надо. Как говорится, поспешишь, людей насмешишь. Да. Приготовил себе кашку. А, делает печеницы, да? Чем-то посыпал непонятным. Ага, делает такого человечка. Я так понимаю, сейчас он оживет и будет с ним сражаться. Определенно. Брат. Да, он ожил. Сейчас будет убегать, наверное, танцевать. Не знаю, может вообще превратиться в какого-нибудь монстра. Мое предположение. Возможно, это все так очевидно. Но так приколюшно. Прикольно. А, он себе братишку сделал. Давай, сделай мне брата. Друга еще одного. Еее! Готово! Оба. Теперь их трое. Таким способом можно сделать их бесконечное количество. А! Они просто взяли и выкинули его из дома! Они не превратились в монстров, они просто вышвырнули его из своего дома. Так что, ребят, будьте осторожны, когда печете... какие-то фигурки. Оба-на. Взял его тачку. Вообще, эти печеньки захватили весь город. Взяли контроль над целым городом. Зачем их испекли? Зачем ты их испек, брат? Да, это, конечно, конец. Начало конца. Но, я так понимаю, он не сдается. Он превратился в... Супермена. Сейчас будет все спасать. Он еще их съест? Нет? Еее! А, да, он еще их съел. Потрясающе. Почему ты сразу это не сделал? Братан. Все. Очень упитанный молодой человек спас город. Вот этих печенек. Привычка есть, у него осталось, и он съел все. Опять этот парень. Только в этот раз он зашел в какой-то магазин и будет сейчас... закупаться. Ну-ка, братан. А, опять колеса. Что-то опять с колесами. Вот у него все не так. Постоянно все идет. Не так, как надо, не так, как нормальных людей. Сейчас опять колеса отвалится, да? Да? Да, улетело колесо. Уже все. Все у нее из рук валится, вообще все ломается. А. Твое лицо.
Бабулька покупает яблочки. А он не может угнаться за своей тележкой в магазе. Почему нельзя взять другую тележку? Почему можно с ним мучиться? Всех раздражает это. Он, конечно, дал жару. Всему магазину. Все просто оттуда сваливают. Все-таки купил и пошел с ней домой. Ой. Ну, хоть сейчас машина не развалится, брат. Да! Доволен теперь. Красава! Братан! Это боль. Безумно забавно и смешно. Столько неловких моментов с этим человечком вообще происходило. Очень неуклюже. Все у него валится из рук. Все ломается. Наблюдать за ним одна потеха. Несомненно. Если вам действительно все понравилось, обязательно ставьте большущий палец вверх. Подписывайтесь на канал. Если вы тут впервые, чтобы ничего больше не пропускать, рассказывайте всем своим друзьям об этом. Пусть увидят и тоже посмеются. Я уверен, им понравится. Жмите на вот эту вот штучку. Посмотрите вот эти два видоса. Это специально для вас, этот я для вас выберу. Тыкайте, вы не пожалеете. С вами был, как всегда, я, Арайли. Здоровья вам, ребят. Счастья, успехов. Конечно же, берегите обязательно себя и своих близких. Хорошего вам настроения. Никогда не нойте, не отчаивайтесь. Увидимся уже в новых видео. Пока.